Один. Начинаем. Итак. Помню, ничего не приходит. Дорогие дамы. Внимание, марш. Так, я включил игру, Миш, если что. Да, дорогие дамы и друзья, сыры, сырихи. Так, у нас что у нас? Вот так, экран левый. Так, ой, теперь мы начинаем стрим. Сейчас я перейду быстренько туды-сюды, вот так вот. Я не знаю, надо... Во! Получил. Accept. Все. Принял, ё-моё. Миша, я уже там. Всем добро пожаловать. А чё мне не приходит ничего? Мне не приходит ничего. Почему? А ты где стоишь? Я в лобби стою. В лобби? Я здесь. Я жду. Я вас жду. Вот, Драйв, привет. Андрюха, здорово. Гурмет Геймс, привет. Привет, привет. Ты уже проснулся? У нас-то время, блин, это самое. У тебя уже утро там почти. Так. Кстати, да. Звук. Ну, вот, нормальный звук. У нас с Олегом почти 10 вечера. Да-да. Только. 21.47. У Андрея у нас сейчас, что, 8-9 часов разницы с ним. Получается, с Владивостоком Олег. Примерно. Барин, да ладно, блин. Мое почтение. И, да, слушаю. Попробуй пригласить Тимура. А, подожди. Парти. Пари. Вот. С. Пробую. Пригласил. Тимур, видишь приглашение? Не вижу ничего. Почему? Почему? Ты нифига не видишь. Так, у тебя... Убишь, надо опять звук выключить, иначе будет мне опять тут. In party те ворда. Все. Не может, наоборот. У меня стоит, послать. Что Тимур был приглашен. Я еду домой с ночной смены. Ага. Офигеть, Андрюха, ну тогда то у тебя уже получается, как у нас говорят, как? Рабочий день или рабочая ночь закончилась, ну тоже круто. Сейчас мы поиграем, пойдем спать. А у тебя... Вот я рабочую ночь отрабатывал. У тебя недавно встал сегодня в 3 часа дня. Ну вот, вы что, день с ночью перепутали? Проснулся. Ага. Мы с Андреем перепутали. Самые настоящие зомбаки. Так, короче. Почему ты не видишь приглашения? Выйди в меню, это главное. Как будто только ты игру... Я в главном меню и стою. Как будто ты только игру включил. Там и стою. Ну вот, я тебя приглашаю в парти. Хоп. Сейчас. Вступай, блин. Ничего. Может мне выйти из игры вообще сейчас? Ну, выйди. Скину. Попробуй перезайди. Перезайду. Да, выйди. Просто включи игру только что. И никуда ничего не ходи. И потом приглашение тебе. Да. 06.48. Так, 6. Ну да, у нас что, 9 часов получается сейчас. 6.48, ну... Ух ты, ничего себе. Ну да, 9 часов разницы. У нас 9 часов разницы с тобой, ё-моё, Андрюх. А, я вчера, то есть сегодня утром, да, вчера, потому что я не спал-то. Сегодня утром в 6.30 домой вернулся только. Утра. Ты вышел с игры? Да, вышел. Время капает. Так-с. А это, нам получилось в эту, как я там, в Rivals поиграть вместе. Ага. Кстати, да. Круто. Ну, я как-то видел, там выкладывали. Там пока что ты не в игре. Мы не выкладывали еще. Нет, это я в этом... Ты выкладывал. В Дискорде, да, скрины были. Барин, простите, что не захожу, много работы. Барин, да все понятно, все работаем. Я сам 2 недели здесь вообще не был. Я хочу стрим включить, прям ужас как, вот. Иногда прям некоторым завидую, чуть-чуть так, слегка, но с другой стороны, лучше вот так. Так, братан, здоров! Да, главное, что иногда хотя бы... Мага души, здорово-здорово. Дело в том, что тоже весь в работе сейчас у нас идет в сторону Рождества. Сейчас ты стримить будешь? Да, мага, будем стримить, я сейчас писать-то не могу пока. Не, в стиме, ну, наверное. Ну все, я в лобби, я зашел. Ты видишь, я тебе сейчас присылаю, вот. Вот. Или... Нет, ничего. Тим, Миша, ну-ка попробуй ты. Я ему 2 раза сейчас отправил. Говорит, нет. Уже отправил. Хожу в винду, выхожу, захожу в это, выхожу в винду, захожу обратно в игру. Ничего нет почему-то.
Может, мне это сделать, попробовать наоборот. Присоединись ко мне. Так. Миша меня позвал, я сразу же пригласил это самое. Найти игроков. Нет, подожди, это как не так делалось, я не помню ничего. Создать группу. Ты чего? Приглашение, друзья. Ну, друзья, ну, мы там должны два стоять. Найти игроков. Найти игроков. Ну или найти игроков. Дыры. Так. Блин, драйвера искать, конечно. Сколько драйверов здесь? Драйвер CC40. ZZ40. Так, ой. ZZ40. Такой один точно. Вот, такой один, да. Ты у нас такой один. Есть такое. Так, и че? Так, параметры игрока. Посмотреть профиль, профиль, добавить друзья. В смысле добавить друзья? Ты чё, подожди. Может, потому что я перестан... Точно, я же перестановил винду. У тебя все новое. Молодец! И мне вы... Нет, тут удалить друга, да нет у меня. Ну ты добавь нас, друзья, обоих сперва. Добавь. Семён Семёныч? Они добавлены, по идее, в этом, в EA. Тут у меня написано странно. Мне пишет добавим друзья, при том, что ты у меня в друзьях. Прикольно. Короче, дорогие дамы, друзья, сэрис Рихи, настройка стрим во время стрима, никто не отменял. Все по классике, все работает, все отлично. Так что, если вы зашли и не понимаете, ну ты стримить будешь или сам по себе? Мага, я буду стрим, у нас будет стрим «Медведь с пивом» и «Тимур без пива». Не, я с пивом сижу, не надо. Тоже, что ли? Сегодня с пивом. Короче, что у нас сегодня? Пивной НФС. Я так и напишу, тогда название поменяю. Пивас. За рулем лучше, чем... Пивас для нас, для вас. Пивас за рулем лучше, чем квас. Может, создать так? Я создал, может, не знаю. Может, как-то... Ну, вот создавай, приглашай, я не знаю, как там. У меня нет друзья, и я здесь. Почему? Потому что голодил. О, медведь присоединился ко мне. Игорь, ой, драйвер, ты как можешь, ты Олег, ты можешь, я могу сам присоединиться. Да я присоединился к нему сейчас, видишь? Ну. О, теперь ты у меня двойной, подожди, теперь мне надо как-то это самое отключить. Что? Йоу. А я звук выключил у тебя, это самое... А, ты сам выключил? Я у тебя выключил звук, и Миши тоже. Тогда Миша у меня двоился, теперь я понял, как ты работаешь, чтобы не двоилось. Все, я вас на динамике поставил. В Need for Speed крестик. Да, мы ездили минут 40, наверное. Блин, мне слушать было так себе. Мне тоже покажи, как ты играешь. Да, смотри, Мага, смотри, сейчас все, заходим. Так, как звук там вообще, как нас слышно на стриме? Мага, специально для тебя тут сейчас слышно. Да, вот, медведь. В курсе я смешал Чивас с Регал 21 с грейпфрутом. О, Чивас, ну слышал такой напиток. Знаешь, что мне надо? Надо вот так вот открыть еще ваши каналы, пацаны, да и все. Чем мы будем париться, да? Так вот, хоп. Ну-ка, все, открывайся. Я вот думал, у меня в принципе есть Моник. Чё? Древние там HD просто разрешение, типа подключить его, ну провод стоит с VGA на HDMI там 8 евро, это немного, но дело в том, что мне некуда его ставить на стенку же, в стенку прикрути, где самое, на стенке его привет собачь, где сверху, чтобы он сверху стоял, он у тебя для того, чтобы там у него OBS работало, а на этом ты играл как главное, и все. У меня посередине комнаты как-то это все стоит, потому что сзади у меня зеленая стена для хромака. Ну вот. Миша, ты стрим не включил, что ли? Нет, у меня запись сегодня. Я, блин, ищу твой стрим, не могу найти. А я запись тоже могу врубить. Окей, тогда ладно. Запись так запись. Хозяин, барин. Так. Запись. У меня стрим. Стрим. Ну да, так я и стрим, и запись, как бы то и то. У меня тянет насчет этого. И стрим, и запись. Да, потом просто крутые моменты. У меня это
Машина уже стоит. Здоров. Крутые моменты, потом бах-бах-бах я сделаю. Ну чё, здоров. Пацаны, погнали, атака. День, выезжай. Кто это стоит? Это у нас Миша стоит на гельке. Вау. Мы зеленые сегодня, кстати. Не попутайте нас. А я не зеленый. Сейчас Олег выйдет, кто здесь стоит, кто есть кто. Ты что, тоже зеленый гелик взял? А, не. О, не, это не ты. Проект Голия THX. На, вон, Миша. Еще один зеленый. Миша весь в наклейках. Смотри, у меня весь в наклейках. Тимур, ну как рекламу сделал, а нет? Я с пацаном бы ничего не делал. Ну, началось. Так, он нас приглашает, пацан, да? На плюс 400. Поедем? Можно. Ой, кстати, у меня звука в игре нет что-то. А чё мне нет звука в игре? Или она мне настолько тихо? Чё, едете с пацаном? Да-да, давай. Да. Выбирай. Так, он пригласил. Окей. Соглашайся, чё. Ну, он там, если 400 плюс, думаю, значит, там зарплата нормальная будет. Поехали, прокатимся. Да. По-моему, у меня нет звука в игре. О, Миша уже поменял, ты спел? О, красную бестью взял. Вот это мощная телега, а. Макларен. Да. Блин, мне зеркала у него классно сделаны, такие от ручки, да? Угу. Держит. Зеркало сломаешь, 3000 евро попал. Я не понимаю. Ты такие же поставить можешь. Угу. Я на Audi такие вроде бы ставил. Это в тюнинге, там третье или второе зеркало, не помню уже. Предпоследнее. А я что же здесь менял? Что-то я здесь менял, на этом Форду тоже, видишь, у меня бампераж, все помененное. Мне кажется, это зеркало тоже здесь не оригинальное, если мне память не изменяет. Ну да. Хотя... Так, у меня что, МД не... Звук не берет с игры, ладно. А, во, пошло. Что это было? Хотя... Так, теперь я вас не слышу. Может, а вот слышу. А вы молчали, все понял. Мы молчим, да. Че, нет, у меня просто звука в игре не было. Я вообще не понял, что это было. Сидим и слушаем, как ты разговариваешь. Сейчас есть все. Вот это скорость, блин, Вингельгельм. Я ж забыл, как это чего тут, е-мое. Миша ушел. Миша сразу видно, он тренировался. А я забыл, как Ламба едет, я давно за нее не садился здесь вообще. Не-не-не-не, у меня Форд, вот такой Форд бы я себе тоже купил. Форд, конечно, штучка такая, ух, горячая. Я по себе Мака возьму. У меня, кстати, тут тоже есть Форд, только он не оттюнингован. Ну, такой же? Да, GT я взял себе. Угу. Я видел, когда его строили тогда, помню, этого чувака, дизайнера, смотрел, как разработки эти. Прикольно. Ничего. Тема все. Прям серьезная. Давай, пошел. А, кстати. Да. Поворот. Поворот. Поворот, вода. Это что, самая трасса, да? Да. Престиж, да, называется, или что? Летит, летит. Скорость звука. Ничего себе. Скорость звука, да. Ускакал. Что там мне там пишет? Какие-то фишки можно там нажать, какую-то кнопку. На фишки. Вот этот опять. Миша, блин! Вот. Он же тебя предупреждал. Ай, он как ударил сбоку меня. Чекпоинт пропустил. Ё-моё, я первый шел. Ничего себе, я улетел. Вообще-то я тебя не ударял. Сбоку так раз. Лама не успевает оттормозиться. Ладно. А я потом вообще прямо пошел. У меня стала неуправляемая просто телега. Фига ты быстро ушел на 800 метров. А что, так можно? Да. Это надо вырезать. Как, куда вырезать? А. Не надо что резать никого. Я это на шортиках видео нашел. Там получается. А если оспорят? Да. Пусть. Да, ну да, 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 да. Вот этот звук поставить, да, да? А что, так можно было? Можно. А если оспорят? Не, если осудят. Да и пусть. А если осудят? Ну и ладно. А если это? Да и пусть.
Да-да. Гутас Реннет пишет, чувак, я опять пропустил чекпоинт. Обалдеть. Гонка огонь у меня тоже на русском сейчас стоит. Я когда устанавливал, главное, я поставил итальянский, а он мне русский выставил в итоге в игре. Да. И я не стал менять еще. Барин, давай коктейльчик потихоньку так. Кайфуй, кайфуй. Ханил Порше. Олег, ты куда там делся? Я про... Назад уехал? Я два чекпоинта пропустил. А, ты пропустил. Я думаю, кто-то назад едет. Ну, я развернулся. Вот и теперь ты от меня уже на километр ушел. Обалдеть. Да? Ага. 87 заплатили. Смотри, мы вчетвером, нормально, которые быстрые, первые 4 человека, а остальные отстали уже на 4 километра, прикинь. Ну, боты. 91 тысячу мне заплатили. Ну-ка, сколько мне дадут, подожди-ка себе. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте, бабки. Я четвертым приехал, 3 минуты, 3-4. 83 тысячи, нормально, нормально. Поехали дальше. Не пропускал бы чекпоинт, и бы, наверное, тоже 90 дали, а так сказали. И что, если мне дадут 69 за эту гонку, может, приму? Выпад заработаю. Принимай. Кто тебе даст? А вон, если что. Он еще гонку создал, принимай, говорю. А меня не... Приложение уже активно. Приложение уже активно. В смысле, кто? Меня не пригласили. А, вот. Это он, что ли? Помос 20. Помос 2030, да? Вон, я принял. Принимай. Гонка G-Storm. Ресорт, да? Гонка Ресорт. Написано, да? Событие началось. 3 из 10. Курортная трасса, ну по идее она. Да, курортная трасса. У тебя как там, Миша, называется? Мы разные приняли. Блин, отказываю. Да ладно, разные приняли. Поехали. Окей. Вот этот Изи стоит, он тачку поменял. Нифига, что он там себе взял? То есть я еду с Мишей сейчас. Да нет, курортная трасса. Курортная почему-то. Вот и я. Изи этот Феррари взял, пацаны. Блин, у него этот Феррари мощный. Сейчас он опять взял Порш. РВБ это крутая штука. Во, Миша Феррари взял. Блин, Феррари, конечно, это лапочка, да. Сколько там? 2 ляма было, да? 2700. Опять бабки зарабатывают. 2700, у меня 2100 стоит. Ну, с тюнингом 2700. Нет, с тюнингом 2700, все понял. Да если с тюнингом, у меня уже там много тачек по 2 миллиона. Ну, Мак у меня... Да. Остался бесплатно, но тюнинга вляпал на 2-2,5. Ага, блин, это круговое кольцо. Да. Легко зарабатываемые бабки, если у тебя нормальная тачка. Да. Тут Мерседес вот этот зеленый, да, смотри, все как он пойдет, не? О, хорошо, он ушел. Нифига себе резня, вот это мы бой. Все здесь? Воу, 4 проскочили, как эти, на тебе. Ничего себе. Ты видал? 4 круга еще, да? Ну что, держимся, да? У нас первые 5 мест наших. Ага. Алло, гараж. Самый лучший коктейль, Long Island. О, Ice Tea, да-да. Ничего себе. Но они скилловые какие-то. Ну да. Ну если тебе приглашение на 400 плюс гонку, там у него все тачки прокачаны по полной, что Porsche, что Ferrari, что Мерси, они все... Ну, у меня не полностью прокачанная ламба, кстати, 390. А надо почему? Почему? Наверное, мотор надо сменить. Ну да, так... Я так первых 5 тачек тоже неправильно делал. Сперва все деньги на них потрачу, а потом, оказывается, надо было мотор сперва поменять. И потом тюнинг делать. А я потом так и начал заниматься этим. Ух ты! Ничего себе! Тут надо смотреть. Я сначала думал, типа, ну, ставил V12, думаю, мощнее всего. Оказывается, нет. Ну да, по ньютометрам надо это. Иногда V8 хватает. Да. О, четвертая. Вы уже на финиш, ничего себе. Да, красота. Приехали. Вот это да. Вот это.
Но она как-то быстро и даже чуть-чуть скучновато, если честно. Да, скучно. Одно кольцо. В Америке такое любят, такую гонку. Наскар. Да. Наскар. Ну такая, блин, ну я не знаю, я вот играл, как-то было дело. Сколько мне за пятое место? 53 тысячи. Не густо, ну ладно. Кто там приглашает? Еще раз приглашение. Так, давай дальше. Миша, что, поехали отсюда вот это, с этой гонки? Кто выйдет сейчас на улицу искать новую гонку? Так, вы идите, я в гараж забегу. Тачку оттюню, сменю. Давай. Ой, не туда. Потом еще на Феррари накоплю, могу я сам накопить отдельно. Онлайн с кем-то зарубиться и там. Так. Ну, чел тут на Порше ездит на красном, у него синий дым. Блин, что у меня рука болит, так надо. Что ты делал? Чем занимался? Работа. Не знаю, может сегодня то, что сидел тут сильно этот, с мышкой только этот. Или неправильно на столе рука лежала, хрен знает. Боль такая вот. Я ломал в том году в этом месте. Может, где перелом? А, да? Раз, да, вот. Понятно. Хотя перелом были один раз, то уже все, уже никогда не будет как оригинальное. Как в стоке. Как в стоке. Да, да. У меня был перелом левой руки, это мне было 7 лет. Ну, вроде нормально сейчас все. Да, но 7 лет, когда кости, это одно, а когда тебе там... А, ну это да, это 36 лет, кости сломаешь, и назад уже склеить тяжело там. Так, кто там опять? Опять этот чувак звонит? Да не хочу я твой ресорт ехать. Иди в баню. Миша, где? Погоди, у меня звука в игре нет. Еще один, так. Еще один. Сейчас я... Че там, беззвучные все. Замутили себе звук. Мьют. Так, мне надо выехать вообще с этого стадиона. Я забыл, где ворота на выезд? Алло. Ворота на выезд. Что-то я это торможу. Вот здесь и бокс. Ление. Гараж. А, вон, нашел. Palm City Racing. Вот. О! Еду такой себе, никого не трогаю. Хоп, вышел. Так, карта. Лучше 7. А что мне дифференциал сток? Так не пойдет. Во, 76 штук, пацаны, я нашел. Я туда, я еду, короче. Давай. 76 тысяч, это значит плюс наши 30% бонуса. Как раз тебе на тюнинг бабки сейчас заработаем. Бабки, детки и т.д. и т.п. Ну-ка, давай, двигайся. Сколько есть тоже абсолютно плюс? Это чё, как... А я по полям, драйвер едет тут. А нет, абсолют плюс, кстати. Да ёб! Досмотрелся. Вчера дали прокатиться на Панамере, теперь душа ноет. Да, на Панамере нельзя ездить, если у тебя денег нет. Это потом, блин... Тебе дали прокатиться? Да не мне, он барин пишет. Да я сам ездил. Я сам на Порше один раз прокатился, на Каррере, блин. Потом тоже долго вспоминал про нее, конечно же. Ну, на Порше... Порше это отдельная история. На тебе. Просто супер, да, может? Потому что своя техника, вот это вот все, качество, какой бы там оно ни было, да, это... Porsche есть Porsche. Ну, это как бы... Своя лига. Молодцы. Если бы, блин, деньги были бы, я бы... Может быть, даже тоже Porsche бы взять, так вот, и ездить в приват, да, но... Сейчас еще и бензин такой дорогой, но... Не до Porsche. Я тут что-то ударился... Жестко. Блин. Зову, пацаны, вон. Ловите приглашение. Ща, подожди. Я в гараже. Ничего, ну, блин, отменяй тогда. Ты долго там в гараже будешь? Не, ща выйду, сейчас спойлер какой-нибудь поставлю. Я сейчас посмотрю, тут заправка рядом есть. Я поеду, отремонтируюсь. И приглашу тебя через буквально минутку. Давай. А то у меня что-то
ударился. И выйти. Я ударился так сильно, то что у меня теперь наш тахометр моргает красным, и мне кажется, я эту гонку не пройду с таким ударом. Ой-ой-ой, полицейскую машину задел. Средь бела дня. Вот я вот Василий, а. Вот зачем я это сделал? Плати. Да не хочу платить, я сваливаю. У меня тачка намного быстрее. Зачем его 10 тысяч ему отдавать? Все, я ушел. 5 сек. Хорош. Че от него уходить-то, блин? У меня первый уровень. Согласен. 10 тысяч ему отдавать. За 10 тысяч лучше вон. Что-нибудь купить нормальное. Так, все, я выхожу. Денег почти не потратил. Ну, 200 потратил всего лишь на GT. Нормально. Знаешь, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сперва купить что-нибудь ненужное. Да. А у нас денег нет. Простоквашино, обожаю. Да опять полиция, да ты что, серьезно? А, все, скинулось. Видишь, днем тебе степень скидывают. Все, проблем нет с полицией. Вот ночью бы, они мне сейчас бы затыкали тут прям. Только на дорогу выезжаешь, а не сразу. А техосмотр у вас есть? А где Олег? Я еду. Я тебя пригласил. А, я сейчас вас приглашу, пацаны. One second, please. Сейчас будет. Сейчас все будет. Я ж поехал в гараж, на заправку поехал, за ключами. Я вижу, где задел полицейского, ну и, соответственно, затянулась мне вся процедура. Ловим приглашение. Давай. Так. Ух ты, ничего себе, краску он себе сделал. Взял приглашение? Взял. Ну все. Так, где там мои стритрейсеры? Миша, не с места. А, ты... Сейчас будем вас отлавливать. Че у тебя там за тачка сейчас? Сейчас увидишь, говорит. Ну вот так вот, вот так вот. Бери, ладно, Нива. Ну, че он против уполномоченного отделает? Ну, тут дури-то больше, чем твоей. Ничего себе. Старая американская мощь. Челленджера взял. А у него... У меня тоже американская мощь. У тебя новая американская мощь. А, ну это да, у меня новая американская мощь. А в старой-то и железо по... О, я сразу вижу, где машина Мишина. Сразу же. Я сзади, что ли? Ну ладно. Мы вас догоним. Я тоже сзади. Ты Феррари взял? Я сигналю тут. Сигналим, как армянская свадьба, да? Блин, если вчера сигнал тоже поменяю. Вот поржом, а. Там много вариантов можно поменять. Ты чё там первым уехал, а? А я первым много уехал, вариантов. В забор врезался. Как обычно, чё. А. Я на полной скорости прям в забор такой. Здорово, говорю, здорово. Мне нравится этот гудок. У меня он Porsche выгоняет. Пушка какой-то. Это NPC? Да. О. Ничего себе, вот это скорость. Где? Не знаю, минус забор. У меня. Ты за Мишей едешь? Да, я за Мишей еду. Ну вот я тебе чуть-чуть... Хорош, он Ford GT, мне нравится. Тоже Ford взял? Угу. Два раза врезался хорошо, прям жестко. Нет, я вообще прям понравился. Ну хорошо, он низкий, сопротивление ветра маленькое. Аэродинамика у него же с заводских настройках хорошая. Не, поворачивает он вообще замечательно. Пакет просто. Если ты ему поменяешь еще там какие-нибудь, добавишь бампера, то вообще будет ласточка. Смотри, да на тебе. Эй. Видал? А ну остановите машину. Вите, надо выйти.
Нет, Тимур, тебе это... Ты за копа не катишь. Это сестру на отцане. Точно. Миша, блин! Остановите машину, прижмитесь к обочине. Так нечестно, не мухлюй! А, блин, 400+, на тебе! На тебе! Я тебя арестую сейчас. А что это у тебя там полицейская за наклейкой? Ты что вот. Себе? Ты что, блин, оборотень в погонах? На тебе. А, не достал. Трасса слетела аж. А, жестко. Ну, интересно, вот это вот, когда машины более-менее одинаково мощные, соперники, да? Вот это намного тогда... Ага. Азартнее тема. А, тут 3 круга, блин, еще круг целый. А, ты расслабился, да? На тебе. Ничего себе. Вот это... Ой, я уехал за эти. Нормально, вот это прям... Я прям боком пожертвовал. Кулисы. Но зато... Миша, смотри, я тебя догоняю. От легавого избавились, да, я понял. Ну да. Смотрел булочки. Да он только подъезжает, говорит, у тебя техосмотр есть? Я говорю, не знаю. Столкнуло. Документы дома забыл. Как говорят, предъявите документики. Документики, я помню, какая-то игра была, где-то по Москве ездишь стрит-трейсером, и там за тобой копы ездят. Это полиция, остановитесь. Mm-hmm. В метро куда-то там заезжаешь, уже не помню, как называлось. Ну это тогда вот в 2007-2008 году такие тема была продвинутая, да? Стрит-трейсинг. Да. У меня что-то было похоже тоже. Как раз только на моем первом компьютере. Это вообще было. Да, помню, Pentium 4 тогда у меня появился. Есть контакт. Офигеть. А, вот это прямо шедет. Ничего себе. Я уж не заметил, думаю, когда там книжку. У меня ж рука болит. Ну, 91 тысяча, четко. Ну-ка, сколько у меня? Был смысл. Еще раз пригласить эту же? 91 тоже. Тоже 91. Пока бабки... Да нет, давай что-нибудь другое. Ну давай 87. Пока бабки платят. А давай разочек еще хотя бы. Кто не... Ну давай еще разочек, ладно. А почему только 2 человека? А, вот Миша вышел. Подожди, я сейчас еще раз приглашу. Чего не приглашаются? О, Только 3 осталось у нас. Только мы? Да. Остальные уже в гонках. А что у нас, спойлера одинаковые, что ли? Ну да. Последний этот. Нормально. Не сменил машину, не успел. Да нормально, у тебя вон зеленая тоже хорошая. Я тоже полицию хотел взять. Да не, с такими наклейками что-то по улице ездить как-то странно. Еще свои увидят, засмеют. Что за дела? Ты что, работу поменял? Получается, вот другие чуваки-то все боты, да? Так. Блин, ну что творить-то, а, черти? Взяли, столкнули. Уа. Уа, меня забуксовало. На тебе. Ну я вас так хотел обойти прям посередине. В тоннеле мимо хотел пройти. Ты меня не развернул, меня чуть-чуть в сторону откинул. Ну, все равно. Раз, два, три, четыре. Блин, да, сигнал надо поменять. Полисмен. Мне нравится сигнал. Алло, на тебе. Там поставить надо звонок такой, знаешь, этот звонок от Nokia, который раньше вот... если появится. Да-да. Халло, мото. Халло, мото. Samsung не помню, что было, но вот Nokia прям эта тема вообще. О, ее прям так заносит
Поворот хорошо. Газ отпускаешь. На тебе. Ну ты еще на Макларен есть. Спасибо за буст. Ну Макларен вообще на прилип к асфальту. Блин, вот что? Это мне подкинуло в пальму. Меня оттолкнуло себя. Себя я прям жестко прямо. А это я специально, чтобы Миша меня обогнал. Ты убегаешь, я догоняю. Я убегаю, ты догоняешь. Блин, ну звук, конечно, на этом старом Charger, это, конечно же, красивая штука. V8, Muscle Car. Хорошая штука. Хороший. Как у нас говорят эти, от заправки до заправки ездит на таких тачках. Они бензины жрут ведрами. Из-за этого многие американские тачки в Германии их на газ переделывают, да? Газовый баллон ставят и пук-пук-пук-пук-пук. Ну как бы этот расход тогда газа-то. Газ дешевле покупать. Не, пипец она удобная. Да, заборы сношу, кирпичи сверх машины пролетают, да? Даже крышу не задевают. Удобно. Не, у нее управление прям. Автомобили. Надо будет сейчас что-нибудь такое лямчика за два купим тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было, да. Ты куда? Миша, ты чё вышел? Соединение разорвано. Ну, он вышел, я смотрю такой, у нас 7 человек осталось. Медведя нет, ты с карты на карте пропал. Знак. А я прям вижу, покидает игру. А мне это такое? Нет, там не стоял. Сигнал GPS. Соединение EA Games пропало или какое именно? Да. Опять покидает игру. Ты второй раз покидаешь игру? А что, он был два раза в игре? За двоих играл. Миша, ты... А вот именно, тебя на нас полили. Ты что, читер, что ли? Миша. Не только чат у всех читает, но еще и за двоих играет. 58 тысяч. Сейчас стритрейсеров нет в Москве, понаставили камер куда надо и не надо, и все. У меня такой звонок на iPhone, я сам переделал. Да, да, стритрейсеры, это да, в свое время была тема мощная. Ну, потом опять же, смотри, много кто палку перегибали, и, соответственно, это к чему приводило? К авариям, ко всему вот этому, к смертям. Как бы делали это легально, как-то делали какую-то отдельную трассу. И занимались этим делом. Это как бы тема хорошая, но легализовать лучше бы это, чем нелегально. А потом, конечно, с нелегальной потом проблема была. Это да. Ну, в Японии же как-то еще катаются вроде. Пах! Ты чё? Как? Но это, они, наверное, это часть... Организовывают по-другому. Это часть культуры. Это как так-то? Ну, да. У нас тоже раньше катались, но пока пару случаев не произошло там. Как бы гонять. Да, конечно. Ну, до сих пор еще есть места. Есть места, где вот такой фигней занимаются. И раз в год где-нибудь жесткая авария произойдет, там суд, тыры-пыры. Но, блин, когда у тебя под жопой 600-700 лошадей, сейчас уже 1000 лошадей, уже даже 500 лошадей никого не удивишь. Уже сейчас у нас. А не, почему? Удивишь все-таки. Не каждый день все-таки. Кого удивишь? Тачку увидишь на улице. Да, ну, знаю, вот у нас тут хватает. Я имею в виду, время поменялось. Когда мы 20 лет назад начинали ездить, у нас там тачки были 150 кобыл, 200. Ну 200, знаешь, думал, когда 250 у человека было, там, крутой. Сейчас у которого человека 250 кобыл, это нормальный городской автомобиль. Но это как с компами сейчас, мне кажется. Да, чуть-чуть, конечно. У нас стоят с тобой шестиядерники процессоры, это никого не удивишь. У меня 64... Так и мне не надо. ...оперативки, тоже, думаю, никого этим уже не удивишь. Он должен работать, мне не надо никому удивлять. Он должен свое дело... Он Need for Speed играет, вот мне он... Я его купил, чтобы монтировать, по идее, когда-то. А потом, когда такой...
Значит, что-то вот, общаться. То же самое, то же самое. Играть на нем можно, оказывается, еще такой. Да ладно. Ну вот так вот. Погнали. Монитор подсоединяем. Я тоже как бы сначала собирал для работы, вот, чтобы заниматься монтажами сам, вот, да. Ну, конечно. А потом как-то YouTube канал решил создать. Там мы с другом поговорили, он так мне, ну, рассказывает, давай, типа. Если решишь стать ютубером, ну, там, тебе надо сделать это, то, то, то. Я решил, ладно, давай попробуем. Миша? Начал гонку, вышел из гаража, я в вашей сессии. Ну, я вижу, что там ты стоишь вроде как. То есть, все, можно тебя приглушать теперь, да? Да. Я сейчас, нет, да я хотел этот сигнал поменять. Надо в гараж, наверное, зайти будет, да? Да ладно, поехали. Гараж, давай тоже в гараж зайдем. Сейчас, секундочку, прям, вот прям... Я поменяю свет. Раз, два, три. Копим денежку стрим. Сколько, кстати, уже накопил денежку? 2 ляма. Хрена себе. Скоро покупать уже Феррари. Феррари попахивает. Ну, Феррари ты как мишину. Бы, ты в Италии живешь, как бы, тебе по месту жительства, как бы, положено ездить на такой машине? Положено, да, положено. Не то, что мне, блин. Ламба есть, так что. Ламба у меня есть. Без ламба я вообще... У тебя что там? У тебя Porsche, BMW. А где вы сигналку меняли, пацаны? Что у вас еще? Гудки, настройка кузова. Модификация идешь? А, да, у тебя же немецкий. Оптически, где настройка кузова? Где ключи вот. Такие, да? Да, где ключи гаечные, да. И там звуки. И там идешь... Где? Да. Тут бампера, эффект. Колеса меняете. Я а где? Потерял. Окно. Эффекты. Там же иди. Эффекты. Эффекты? Средняя, где шина. Где шина? А, вот. Что тут стоит? Нитрокраска. Краска с колес. Неон. Там последняя. А, во. Хупа, нашел. А как ее прослушать? Угу. А, вот, хупа. Нажимаешь на что-то. Во. Ха-ха, ща будет жопа. Сейчас умирать буду. Я уже не могу. Такая тачка, это другой звук будет. Велосипедный это вообще. Помнишь, в последний раз мы включали? Ага. А, не, подожди, вот этот. Там долго грузит там ложки эти. Давай это что ли? Во! Покупаем. Блин, $5000 хотит. У меня тоже, кстати, 2 миллиона. Ладно. О, норм. Неон. А что такое неон такой? 7,5 штук. Что так дорого? Эй, алло. Алло. Каупан анвенден. Че ебарас это? Синий. Тюркиз. Туф. Дым. Так, я поеду посмотрю, сколько ламба стоит точно. Ой, ламба, Феррари. 200. Ровно? Ну, почти. Я хочу уточнить. Сейчас скажу точно. Потому что я тут. А тут, окей. В гараже? Нет. У меня в гараже 35 тачка стоит. Дичь. Ехал. Дичь. Может, что-нибудь слабенько возьмем, прокатимся или будем дальше на этих ездить? Давай на этих поедем. На следующем уже. Ну, в следующем что-нибудь такую новую тачку затюнивать. Послабее. 2 177 500. О, у меня тоже 2 миллиона. Okay. 2,66 у меня. Я сейчас у меня 2,83. Потратил сейчас на всякую деньги. Хрень деньги. Ну вот, у меня было 2,83, сейчас осталось 2,66. Пойдет! Так, 18 тысяч. Я гонку нашел, тут что у нас тут? Во, поедем. Сейчас вас приглашу. Во, я себе этот цвет поменял. Звук в игре пропал. Нет.
Так, что время там уже? 22:31 уже, да, надо уже завязать. Давайте, наверное, эту гонку сделаем и все. Давай. Все на сегодня реально, ну. Я думал, может, раньше. 4:30. Тишина была, пока Тимур добрал. 4. Ты когда спать собираешься вообще? Если будет спать. Ну надо, блин, хватит, не мучай организм, Миша. Ну так поехали. Да, я уже пригласил. Я понял. Вот только пригласил. Протон гонка. Что-то протон. Что это значит? Ну и против кого мы едем? Ну у меня стоит 4 из 5. Я понял. Вопрос. У нас-то только трое, значит, еще парочку подсоединилось настоящих людей. Ну и один присоединился. А пятый думает, стоит ему или не стоит. Осудят его или не осудят. Ага. А что, так и можно? Вот быстрый, конечно. Че? Вау. Уи. Я просто о том, мы сейчас будем втроем на фордах. А, ты тоже взял такой? Да, только у меня спойлер другой. И, наверное, зеленый, да, твой весь? Нет. А вот теперь вопрос, почему не зеленый еще? Я просто перекрасил. А, ну, был зеленый когда-то? Перекрасил. Какой он оригинальный был, сток из серебряного цвета такого, серебрянка? Нет, оригинальный сток это бело-синий. Не, какой-то зелебрый такой, мне кажется, был, не? Ах, ладно, уже хрен с ним. Я вам могу сказать... На Nissan, походу. Перекрасил? Nissan GT. О, Skyline какой мощный. Всех растолкал. О, ушел. А, это Миша, блин. Все, мощность осталась позади. Ой. Ты куда? Вы поехали, я туда же. Ёп! Все за всеми. Психи! А чё я... Блин, я вообще не туда поехал. Эй! Я вообще не туда ушёл. Ааа, блин! Поехал. Ой, балбес. Нормально. Как так получилось-то, а? Вот чекпоинт. Я за Мишей. Поехал, все поехали за мной. Не волнуйся, дальше. Тут еще 3 круга. Я чекпоинт так пропустил чекпоинт, что... Бля, ну главное, эту гонку ездил один. Кто? С парочкой онлайн игроков. Ты? Да. Ну, я когда тестил стрим, я заходил же. Ну да, было. Без микрофона или что там стояло? Да. Ну и что ты сейчас? Ты сейчас битрейт убрал? Ты же хотел 60 кадров сделать, да? Так 60 кадров у меня, да. 60 кадров, 10 тысяч. Ой, бля, опять не туда поехал. Ну и нормально, а что, 10 тысяч тебе хватает же? Даже 12. У меня даже 12 поддерживает. 12 тысяч, 1080, 60 кадров. Что, интернет поменял или что? Поинт уехал. Нет. Я поменял этот программу для стрима и все. Streamlabs взял? AMD. А, точно, ты же показывал, что с этого делаешь. Ну я, кстати, тоже смотрел ее. Блин, я опять в мост врезался. Второй раз уже. Я смотрел, пробовал даже один раз, но что-то так не это. Ты напрямую через AMD, да? Да, напрямую через AMD. Я тоже что-то один раз не понял как, а вот сейчас, ну, конкретнее посмотрел и получилось. Ну, то есть ты в Ютубе все просто заранее преднастройки сделаешь, а здесь только запускаешь стрим и все. Да, здесь только запускаешь стрим и все. А в Ютубе все это настраиваешь. Ну, а тебе же тоже надо будет там ключ такой с Ютуба или нет? А я вставил один раз и все, и больше не требует. Не, понятно, что не требует, но я имею в виду, тебе так же самое надо было в этом AMD программе ставить такой же ключ потока, как и на везде этих, да? Окей, потому что я это видел, но еще не раз не это самое. Ну просто я буду знать на будущее, хотя мне вот Streamlabs понравился прям в своей простоте, как этот
софт. Нет, ну если с ним хорошо, то используй, конечно. Да, ну я увидишь, у меня поскольку два канала же, да? Я на одном оставил ABS, а на другом Streamlabs. А, понимаешь, понял, чтобы понял. Мне на одном ключ одного канала, на другом ключ другого канала, чтобы постоянно, чтобы постоянно новый ключ не менять, я только эту штуку и придумал. Я сделал в ОБС несколько профилей, профили менял, а ключ все время у тебя остается один и тот же, понимаешь? То есть у тебя профиль не заведомо какой у тебя там профиль. Угу. Я увидел у чуваков, они меняют профиль, то есть один профиль настраивает тебя под Twitch, другой настраивает под YouTube. Ну да, есть такое. Да, но смысл, если у тебя ключ потока все равно один. То есть, если ты один раз загнал ютубовский ключ, в следующий раз тебе надо будет на Твиче стримить, тебе надо заново ключ загонять туда, да? Ах, короче. И потом я сидел такой, блин, Streamlabs же еще есть. Streamlabs реально упрощенная версия OBS. Хотя здесь тоже все настройки как бы есть, но он выглядит попроще, не так пугает на первый взгляд. ОБС, когда открываешь, такой, ну, куда, хорошо. Чего, да? В ОБС просто... Мне что не нравится в ОБС, то, что я там максимум мог 7000 настроить, а вот если бы я сделал 10 тысяч, как сейчас, у меня бы все лагало. А ты, у тебя какой стал битрейт, CBR или VBR? Слушай, не помню, по-моему, CBR ставил. Ну вот, когда я... CBR стоял, у меня тоже лагало. Ставишь VBR, и потом ничего не лагает. Я при CBR и при VBR битрейт ставил 15 тысяч. У тебя скорость больше, Миш, чем у него. У тебя скорость больше. Ну да. У него скорость меньше. А вот смотри, я тебе скажу просто, у меня тоже скорость небольшая, ты видел уже. Ну что, приехали, да? Гонка закончилась? Да, у меня спойлер другой. Отлично. Сейчас, секундочку. Я имею в виду, у меня скорость-то... Вот, стой, вот так вот. Во, все, есть. F12. Есть, я сделал скрин. Поставим потом. Да, не сигналь, сейчас выйду. Что я хотел сказать-то? Вот это что было? Сломал. Все сломал, я хотел фото сделать. А я успел сделать скрин. Ну, я скину, короче, в этот в чат, да. Но дело в том, то, что вот этот поставил тоже что-то на 1080. 60 кадров в секунду, мне тут что-то 15 или 12 тысяч стоит. Все, нормально. Просто чтобы шло через AMD, а не через процессор. Стрим. И до этого у меня стоял раньше CBR. Этот битрейтовский этот самый. Я поменял на VBR. То есть CBR это как бы прочные цифры, ну, они должны быть стоять стабильность, да? Понял. А VBR это означает вариабли. То есть, если у тебя где-то будет скачок в интернете, она сгладит. Всё, я VBR когда поменял, я сидел, название эти забивал, запрос, что это обозначает вообще в Гугле, да? Ну, короче, вот это на VBR все стало намного интереснее и проще. Так, ну что, спасибо вам за сегодняшнюю гонку. Будем заканчивать на этой ноте. На сегодня хватит. На днях, не знаю, получится или нет. Вряд ли все. Пока тяжело. Со временем прям вообще жестко. Но на всякий случай, да, следующего воскресенья, если у кого-то раньше получится, пишите. Обязательно что-нибудь придумаем. А так, всем за стрим. Конечно. Благодарочка. Спокойной ночи, Миша. Тебе обязательно в кровать. Привет. Это он, Тимур может не спать, ему завтра сегодня на работу. У меня уже глаза слипаются. Так что всем хорошего, приятного вечера. Спасибо, кто был в чате. Барин, Андрюха, Владивосток, Москва. Всем спасибо большое. Всего удачи. Новосибирск. Новосибирск. Новосибирск, Италия, Германия. Все здесь. Вот так Германия. Вот. Обалдеть можно. Все, на этом, на этой ноте все хорошего. Продолжение следует.